Тут включай плюс и... О, дядя Стас, скажи. Привет, дядя Стас. Привет, дядя Стас. О, тетя Кристина, скажи, о! Тетя, да, нажимай. Тетя Кристина, привет. Да. Вот тоже. Вика, скажи, Вика, привет. Вика, привет. Тебя же не видно, лицо, то по лицу видно. Привет! Остального на ней не хочу. В субботу я не играю. Я работаю в субботу. На ней нихуя. Мы проснулись, скажи, мы проснулись, покушали. Позавтракали, скажи. Дядя Кейта, скажи, дядя Кейта, привет. Дядя Кейта, привет. Он был на, у тебя на день рождения. Да. Вот, дядя Паша. Дядя Паша. Вот, тетя Зюма, скажи, дядя, привет. Тетя Зюма, привет. Нормально стоит, тебя не видно. Вот, тусклый свет люстрина. Да, тетя Зума. Да. Привет. Спроси, как у вас дела? Как у вас дела? О, тетя Маша Бабкина. Скажи, Маша Бабкина. Тетя Маша Бабкина, привет. Тетя Маша Бабкина, привет. Говорят, что ты красивый. Скажи спасибо. Спасибо. О, два кневетика. Два кневетика. Два кневетика. Ха-ха-ха. Вот. Вот. Привет. Да, у тебя уже хотят, у тебя уже невеста есть, ты вообще в курсе? Как есть невеста? Вот, тебе говорят, невеста есть у тебя. У тети Зюма есть дочка, она говорит, что это твоя будущая невестка, прикинь. Какая? Ну вот, невеста. Я не невеста. Говорит, невеста. О, дядя Игорь, скажи, дядя Игорь, привет. Дядя Игорь, привет. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Только твои кучеряшки видят. Кучеряшки. А когда вонотов видно только ноги, то вообще смешно. Да. Когда я вижу вонотов только ноги, вообще смешно. Во, тебе вот, всем тебе привет, все тебе привет передают. Все нормально с нами, да. Я подожду тебя в лифте. Скажи спасибо. Спасибо. Не работай в сети. Может, и в анаритете. Между четвертом. О, тетя Ася, как раз. Тетя Ася, да, тетя Ася. Ася, привет. Да, тетя Ася, как раз в Париж. Мы же только посмотрели Диснейленд в Париж. Да. Да, мы там поедем, поэтому ты должен выучить французский. Мы вот учим активно французский. Что? Мы же учим французский. Нажимаю. О, какие люди! И не на рассвете.
Bonjour, это доброе утро. Bonjour. Bonjour. Да, bonjour, это доброе утро. Sorry, минуты летит, чтобы я вас не заметил. Вот, mon ami, она говорит, что mon ami, значит, друг, ты ее друг. Сейчас упадешь, я буду смеяться, смотри. Угу. Нажимай два раза. Вот. Вот. Не работай с этим. Мы февраль на репети. Я встречу тебя в лифте. Между четвертым и тридцать скорее. Вот. Тетя Ася говорит, что хочет с тобой познакомиться. Скажи, что взаимно. Я тоже хочу. Я тоже хочу. Ну вот, сейчас откроется граница. И мы... Тетя Ася живет в этом... В Париж. Мы полетим туда, в Диснейленд. Помнишь, я тебе говорил, показать все. О, Саша, привет. А, ладно, Ася. Она не хочет, чтобы ты назвали ее тетя. Она не тетя. Ее просто зовут Ася. Скажи, Ася. Ася. Скажи, Ася, мы скоро приедем в Париж. Ася, мы скоро приедем в Париж. Привет. Мы скоро приедем. Привет! Привет! О, Леночка! Привет! Да, тетя Ася. Ася сказала, что она знает, что вот. Все, воздушный поцелуй, Ася. Ой, а почему еще одна Ася? Это она же. Она просто быстро печатает. Почему сколько еще одна Ася? Это она же пишет. Ася, она пишет. О, я вас жду. С меня хватило. Мы остановимся у тети у Аси. Хватит. Затни сколько тут Ася. Вот, она просто быстро печатает. 1, 2, 3, 4 Аси. Да. Сынок, эта песня моей молодости. А, я говорю. Ну да, О, Юля, скажи, Юля. Тетя Юля, привет. Да. Что это такое? А, привет, ты, Мари, привет. Хау, привет. Ну, Ася, чтобы мне поставить песню, это мне нужно уйти из прямого эфира и выставить, понимаешь? Это значит, прямой эфир сначала надо отключать. Это наугад сейчас. Да, спасибо, Юлечка. Скажи спасибо, Юлечка. Спасибо, Юлечка. Ага. Мурат, салам. Скажи. Короче, сынок, никакие тети. Есть Юля, есть Ася, есть Мари, Маша. Все. Никакие тетя, понял? Никакие тети. Вот. Никакие девочки не нужны. Все, Ася уходит уже. И пока, Ася. Пока, Ася.
Ну, послушай, поцелуй, а то... ты же джентльмен, ты должен девушкам воздушный поцелуй. Ну, я делал уже. Он спрашивает, какие у нас планы на день. У нас планы какие? Погода, если погода будет хорошая. Если погода хорошая будет, то пойдем в этом. В этом, в парке погулять. А, Ася здесь еще. Ну, просто погода какая-то не очень в Москве сегодня. В Москве сегодня хорошая погода. Почему хорошая? Ну, да, потихонечку уже как-то становится лучше. О, сынок, говорят, что у тебя как красивый папа. Скажи спасибо. Спасибо. Угу, вот. Скажи, Мария, у тебя какие планы? Мария, какие у тебя планы? Вот, молодец. Привет. Когда-нибудь пройдет и это. Ну там уже пасе. Кажется, что где-то там в душе. О, смотрите, два привета. Да, это Эльвира. Еще один привета. О, спаси, Маша, ты где? Ты где находишься? Спаси. Маша, ты где находишься? Маша, ты где находишься? И ничто не вечно. Эльвира, приветик. Мой друг. А, на Эмиратах. Она на Эмиратах. Кстати, мы и туда полетим, по-любому. Вот, нам мы приедем туда. Сейчас откроется границы. От души, брат, все хорошо, брат. Ты как? Это было прекрасно. Ну, не знаю, Макс, ты кем хочешь стать, когда большой, когда вырастешь? Я не знаю. Ты же говоришь, что ты хочешь стать... как это называется? Чуть, кем ты хотел еще стать? Я забыл. Катя, скажи Катя. Катя. Скажи Катя, папа тебя любит. Катя, папа тебя любит. Вот. О, Муса, скажи Муса. Салам, скажи салам Муса. Салам Муса. А, летчиком. Ты же говоришь, что ты хочешь стать летчиком. Ну ты же так говорил. Да, шутка. Не, он не станет папа. Он станет лучше, чем папа. Не, ну не знаю, он у него меняется каждый день. Чё, кем он хочет стать? Он у него меняется каждый день стать. Ну, говорят, что ты классный. Скажи спасибо. Спасибо. Это было прекрасно. Ты что там, ты что говоришь? Чего? Расту хотел. Расту? Ты же там... Вот. Пап, когда мы это уже прекратим? Ты уже устал поговорить? Давай еще поговорим немножко с людьми и потом прекратим. Хорошо. Потому что мы уже получили французский. А, получили французский немножко. Еще получим чуть-чуть и все. На французском bonjour, это значит доброе утро. Bonjour.
Повтори бонжур. Бонжур. Да. Коман сава. Коман сава. Коман сава. Коман сава. Сава бьен. Я спрашиваю, коман сава, это значит, как дела? Ты отвечаешь, сава бьен. Сава бьен. Опять. Сава бьен, скажи. Сава бьен. Ваша, это было прекрасно. А сколько тебе лет, спрашивать тебя? 5 лет ему исполнилось 24 июня, вот недавно. О, да, сынок, я им покажу фотографию одну, она мне так понравилась, где ты с мамой. Сейчас я покажу вам одну очень хорошую фотографию. Когда сынок подарил маме цветы. Помнишь, когда ты маме подарил цветы? А? Да, помню. Подожди. Помню всегда. Посмотрите, такая фотография. Когда он подарил маме цветы. Монро! Скажи, Монро, привет! Монро, привет! Скажи, дядя Игорь, здрасте! Дядя Игорь, здрасте! Сынок, когда я жил в Ростов, дядя Игорь мне очень сильно помогал, еще по футболу, очень-очень сильно он помогал мне, когда я еще играл в футбол. Mm-hmm. Спасибо. Ирен, скажи, Ирен, привет. Ирен, привет. Вот, посмотри, говорят, что мы похожи, правда? Mm-hmm. Ты как думаешь, мы похожи? Скажи, мы похожи? Ну, думаю, что чуть-чуть не похоже. У нас же с мамой одинаково, и с тобой тоже одинаково. Что-то твое, что-то мамино. Да вот, он ответит. О, смотрите, большой привет. Да, вот Либерж. Либерж вышла. Либерж, ты помнишь Либерж на день рождения? Либерж предлагает нам. Привет! Ты помнишь ее один раз? Да. А мы похожи? Сейчас. Сказал, что-то мамина, а что-то папина. Правильно, да. Чуть-чуть маминого, много папиного. У меня так же. Ну сколько тут уже дневетиков? А? Сколько дневетиков тут уже? Да, сынок, ты не будешь... Тетя Лебежа, она такая... Она такая популярная, но она пиарится там еще постоянно. Опять? Она пиарится там еще постоянно, я не знаю, что она... Не учи детей домовскому сленгу, блин. Ты знаешь, кто мне позвонил позавчера? Кто? С Габозо. Ой, он объявился. Что у него? Как он? Он хорошо себя чувствует. Он мне позвонил, а потом он приехал ко мне в караоке. Правда, меня там не было. Ну, он, короче, объявился, а я-то, блин, дома был. Он говорит, приезжай, я хочу тебя увидеть. Я приезжаю, я... Ну, короче, я не мог уехать туда. Он обидится, ну, не знаю, ну, что. Я выходной был. Ну, ничего страшного, как бы. Я думаю, это... Да не, нормально все. Ну, конечно, он еще появится. Если Габозов позвонил, все, значит, он уже на связи. Да, он на связи, у него новый номер. Угу. Ну, круто. Вот. Кстати, номер ты записал, мне тоже кинешь? Да, я тебе скину, конечно, Ясно. А это что я хотел сказать? Макс! Что? Как ты, как у тебя дела?
Хорошо. Хорошо, да? Угу. Ясно. А ты куда там намылилась? Спаси, куда намылилась? Спаси у нее, куда намылилась? Да, я наоборот только приехала домой. А где была? А с другом. А, спаси, у тебя жених появился, спаси у нее. Спаси. А тебя жених появился? Нет, не появился. Ну, скажи, что ж так плохо, а? Что ж так плохо? Слушай, вот плохо, вот скажи, вот, вон, давайте вдвоем, короче, у вас задача найти мне жениха, понятно? Тебе и вон Джозик, чтоб тоже нашел. Найдем ее жених? Угу. Скажи, О, давай, Марк Горького его возьмем, слышишь, Джозеф? Да. Угу. Не, по Горького там дело нечего. Макс будет искать, будем выбирать, ладно? Да по Горького там одни, ну, короче, тусовщики. Лучше в этом, как называется, ВДНХ. Ну, не на ВДНХ. А, ну вот, тебе предлагаю в Париж. Во Францию? Да, вот, Ася тебе предлагаю в Париж. Ой, Ася, это наша Ася, да? Да, наша Ася, конечно. Ася, она же в Париже живет. Мы обозили... О, подожди, где Либи? Подожди... Блин, Либи, что-то ты пропала опять, ё-моё. Мы обозили... Да, Либи пришла. Мы обозили, живём на высоких горах. Нет, здесь плохо. Мы абазины живем на высоких горах. Мы абазины живем на скалах. Если хочешь увидеть Абаза Корас, приезжайте к нам на Кавказ. Мы абазины живем на высоких горах. Ой, я. Мы абазины живем на скалах. Если хочешь увидеть Абаза Коран, приезжайте к нам на Кавказ. А, это... Вот. Либи, ты... Спаси, Либеш, ты куда пропала? Спаси, Либеш, ты куда пропала? Либеш, ты куда пропала? Напал, куда любишь? Давай, я буду... Ты умеешь танцевать лезгинку? Лезгинку умеешь танцевать? Нет. Давай, я тебя научу. Сейчас. Мы обозили, живем на высоких горах. Вот так делай, сынок. Вот, руки так. Мы обозили, живем на высоких... Поближе ко мне, поближе ко мне. Вот, так. Вот, посмотри, сынок. Вот, посмотри, как мы. Мы обозили, живем на высоких горах. Ой, я. Мы обозили, живем на скалах. Если хочешь увидеть Абаза Корас, приезжайте к нам на Кавказ. Короче, вот так, сын мой. Он вообще талант. Да, что, сынок? Нет! Почему у него все время ожог? Да, я помню, конечно, Ася, я помню. Конечно, я помню. Ася, а ты куда? О, Мурат! Мурик, ты когда в Москве будешь? Да, что там, тебя не видно вообще. Все. Все, хватит. Ладно. Все, уходим из прямой эфира. Подожди, подожди. Скажи спасибо всем, что вы были с нами. Спасибо, что вы были с нами. Возможно, ты поцелуй отправь всем. Всем хорошего дня.
Всем хорошего дня! Я не женат. Мне спрашивают, а где женат? Прикинь, сынок. Ну, я же не женат. Все, сейчас уходим, да? Да, уходим из него. Да, это мой сын. Спрашивай, ты мой сын? Тебе спрашивай, ты мой сын? Да. Сейчас опубликуем этот